Добрый день. Для граждан Канады сейчас в июле 2022 года доступным стали практически все типы российских виз, отменили ограничения, связанные с ковидом, границы открыли, и практически все виды виз, которые были в 2019 году, сейчас можно получить в Канаде, в Россию. Значит, следующие типы виз, которые наиболее популярны, это туризм, бизнес, работа. Значит, в частном порядке оформляются частные визы и даже изредка студенческие. Немножко подробнее сейчас я расскажу. Наши клиенты в основном предпочитают приезжать по коротким деловым визам, либо по годовым многократным. Это короткие деловые визиты, приехал, уехал. То есть виза 365, многократная, но с ограничением 90 и 180. Либо если человек едет 1-2 раза, надо приехать, оформляется 90-дневная деловая виза, двукратные, с двукратным пересечением границы, ну, на посещение выставок, на переговоры, потому что цель визита по деловой визе – это переговоры, посещение выставок, заключение контрактов. То есть это обычный деловой визит. Оформляется сначала приглашение деловое, только через МВД, номерное. И с этими приглашениями, в принципе, никогда не бывает проблем, потому что в российское консульство, когда приходит паспорт с этим приглашением, они набирают имя, высвечивается номер этого приглашения, это электронное приглашение МВД, очень удобное, и к которому никогда не бывает никаких вопросов, потому что это приглашение сразу проводится вот по системе миграционного учета. И из МИДовских компьютеров тоже доступен просмотр этой базы данных. Следующий и очень популярный тип визы – это туризм. Значит, если раньше у нас были доступны визы только 30 дней, сейчас можно оформлять туристические визы и на 90, и на 180 дней, но это новые типы виз. И я еще практику их получения, честно говоря, не знаю. Первые заявки пришли, но если раньше мы оформляли для канадцев 30-дневные туристические визы, то сейчас вот стали доступны визы на более длительное время, но с дополнительными документами. То есть кроме ваучера и приглашения требуется дополнительное подтверждение для этих виз. Вот когда мы разберемся, как они полностью оформляются, я об этом отдельно расскажу, потому что люди их довольно часто спрашивают. Удивительный такой момент, что с момента вот открытия границы очень много заявок пошло по линии рабочих виз. Причем как годовых, обычных, квотируемых, под квотируемой специальности, так и рабочие визы ВКС для высококвалифицированных специалистов с разрешением на работу. Ну, я это могу объяснить только таким образом, что виза выдается на 3 года, а так как ситуация с визами, с отношениями между стран крайне нестабильная, работодатели и те, кто хотят в России работать, пытаются получить как можно более длительный статус, ну, чтобы 3 года к этому вопросу не возвращаться. Потому что если виза уже выдана, то даже при появлении каких-то ограничений все равно приехать либо находиться в России проще. Хотя, конечно, вот эти годовые визы и визы ВКС, те люди, те граждане Канады, которые застряли в России из-за вот этих ковидных ограничений, они не испытывали проблем, потому что работодатели все типы виз имеют право продлевать, и они продлевали либо визы, либо регистрации, и люди законно могли находиться даже без пересечения границы. То есть они вот как минимум по разу их продлили за эти 2 года ограничений. Но это касаемо рабочих именно виз. А почему-то очень много новых заявок на длительные визы вот по линии ВКС. Они, в принципе, достаточно просто оформляются. Приглашение делается только через МВД. Оформляется приглашение на рабочую визу только через МВД, вот по линии, значит, ВКС. И можно получить тоже номерное электронное приглашение на 3 года. Это касается рабочих виз. Про частные визы я особенно рассказывать не буду, потому что они оформляются родственниками, членами семьи. Вот. Кстати, достаточно удобная виза, потому что продлили
Раньше они были частные 90-дневные, а теперь они годовые без ограничений. Тоже очень удобный тип виз. И даже появились сейчас, ну то есть как появились, они были студенческие визы, но раньше граждане Канады российские студенческие визы не запрашивали, я практически такого не видел. А сейчас вот я смотрю, есть заявки даже на студенческие российские визы, и это связано с тем, что люди едут на курсы предуниверситетской подготовки для, в основном для изучения русского языка. То есть практически все типы виз сейчас из Канады в Россию ставят. Особых проблем пока нет, поэтому если у вас есть необходимость приглашать своих коллег, либо вы собираетесь еще какие-то планы в России осуществлять, пожалуйста, обращайтесь, практически со всеми видами виз, кроме частных, мы помочь можем оформить.